Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ирина Маркелова, участница проекта «Всем миром» с 2013 года. Сегодня у нас 12 апреля, День космонавтики, с чем я вас и поздравляю. А вы знаете о том, что 12 апреля отмечается не только День космонавтики, но и день рождения Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром, которому сегодня исполнилось уже 9 лет. От всей души, от всей своей большой структуры поздравляю фонд с днем рождения. Ну, наверное, вы уже догадываетесь, какой самый нужный подарок каждый из нас может сделать для фонда и его подопечных. Сайт у нас www.ru. Правильно, отправить денежку. Даже если каждый из вас отправит как минимум по 100 рублей, а нас уже более миллиона человек, зарегистрированных в проекте, то фонд получит 1 000 000 рублей. Заходим в фонд, выбираем сумму, выбираем тип оплаты. Я буду оплачивать с карты Visa. Можно анонимно, можно не анонимно. Вот здесь вот заполняете данные. Город у меня Ростов-на-Дону. Помочь. Выбираем способ оплаты. Здесь пишем номер карты, срок действия, 3 цифры с обратной стороны. Отправить квитанцию и нажимаем оплатить. Приходит потом смс-очка нам. Я вот с карты Сбербанка оплачиваю. Нажимаем отправить. Платеж наш обрабатывается. Платеж завершен. Ну вот, нажимаем поступление и мы видим, вот 100 рублей у меня отправлено. Ну и здесь видно, кто отправил. Здесь десяточки это с марафона идут, полтинники это идут с эстафета. Это кто просто так отправил. Всем пока!